Так, ребят, всем здравствуйте. Так, сейчас попробую написать тему. Так. Лови кэшбэк. Сегодня будет тема нашего эфира. Очень я вдохновлена этой темой и не могу не выйти с вами в эфир и не рассказать, если у кого будут вопросы, ответить на них. Так, как тему только закрепить? Прикрепить комментарии. Так что ли? Привет, Верочка! Везде у меня первая. Так, ну что, ребят, пока мы тут подтягиваемся, девчонки и мальчишки. Сегодня хочу рассказать о новом направлении в нашем сообществе успешных предпринимателей «Игра». Это «Лови кэшбэк». Что это вообще такое? Это инновационный сервис, который позволяет со всех транзакций ваших покупок возвращать кэшбэк. Это такого вообще еще нигде не было. Это инновационный продукт. Это на процент возвращает Visa. Да, то есть такой вот масштабный партнер, который тоже именно с нами решил сотрудничать. Ну, не со мной лично, да, а с учредителями проекта нашего, да, бизнес-сообщества «Игра». Ребят, на самом деле, в принципе, в чем здесь еще большое преимущество? Если мы возвращаем кэшбэк 0,5% со своих личных покупок, ну, это как бы не очень большие деньги. Да? Ну, мы покупаем, в принципе, да, и совершаем одни и те же покупки, действия, которые мы и раньше совершали. В приложении там у нас есть уже такие большие партнеры по бизнесу, как, например, Ашан доставка, Перекресток доставка, Gloria Jeans, AliExpress, там еще какие-то по путешествиям, да, и вот помимо того кэшбэка, который дает нам Visa, 0,5% в сеть, мы еще получаем кэшбэк с этих партнеров. И этот кэшбэк, он возвращается вам сразу на карточку, которая привязана к приложению «Лови кэшбэк», и вы сразу живыми деньгами можете ими расплачиваться, тратить. Это не обычные бонусы, как от бонуса «Спасибо», которые вы можете потратить в каких-то определенных магазинах только, да, либо там, я не знаю, какие-то там еще моменты. Это сразу живые денежки вам возвращаются. К тому же, вы начинаете рассказывать об этой возможности, и к вам присоединяются ваши бизнес-партнеры, да, то есть вы начинаете строить сеть, и денежки на самом деле вырисовываются очень большие. Я тут рисовала схемку, сейчас ее, конечно, ну, не приготовила, спонтанно решила выйти в этот эфир. Допустим, вы тратите на личные покупки 10 тысяч рублей, да, по этой виртуальной карте. Неважно, вы продукты питания покупаете, бензин покупаете, памперсы ребенку, там, одежду, что-то либо еще. Вам за это все как бы, да, возвращается кэшбэк, и плюс вам идет зачет того, что вы делаете определенные покупки по маркетинг-плану. Да? То есть вам начисляются именно денежки с вашей сети, идет зачет там, да, по уровням, по рангам. Но это уже более детально, более углубленно, потом мы с вами будем это разбирать со своими партнерами. Вот. И, допустим, вы пригласили 10 партнеров, то также будет минимум 10 тысяч тратить по этой виртуальной карте. Эти 10 человек пригласили каждый по 10, да, уже 100 человек. Эти 100 человек пригласили по 10, уже 1000. Эта 1000 пригласила по 10, уже 10 тысяч и т.д. и т.п. Ребят, вот именно так люди зарабатывают в сетевом маркетинге. Когда они, пригласив только 10 человек, в итоге там в пятой линии у них получается 100 тысяч партнеров, а там потом и миллион. И, естественно, например, с первой линии вы получаете там, да, небольшие кэшбэки, а когда у вас сеть вот так вот разрастается, с глубины все идут доходы. То есть вообще нужно быть очень дальновидным, очень нужно быть
ну, далеко смотрящим вдаль, и понимать, и уметь просчитать все эти плюшки и привилегии, которые вы можете получить, ребят. Я это все увидела, у меня на самом деле как бы математический склад ума, несмотря на то, что я гуманитарий, но у меня 5 по математике в школе всегда была, и я умею считать цифры, и я вижу здесь классные перспективы. То есть вот такая вот классная есть возможность. А еще дополнительно есть возможность не только зарабатывать сервисы «Лови кэшбэк», а никто не отменял у нас другие продукты, которые у нас также есть на платформе. Тем более у нас в дальнейшем будущем появится и финансовая грамотность. Очень многие люди, да, они не знают, как приумножать свои деньги. Они знают их, как тратить, они знают, как их зарабатывать, но они не знают, что с ними делать, как же их все-таки приумножить. Вот. А в проекте нашем бизнес-сообществе «Игра мы зарабатывать будем» очень хорошие деньги, и наша задача не просто их, да, тратить, а еще и примерно там 10-20% с того дохода, который мы получаем, нужно инвестировать. И вот у нас будет классный курс, буквально уже, наверное, с апреля месяца его ведут, по финансовой грамотности, где очень-очень классный специалист в этой сфере, там у нее очень много-много всяких плюшек и привилегий, она нам будет рассказывать, у нее там целый блок обучения. В Сочи, когда мы были на мероприятии, она как раз нам 2,5 часа рассказывала, и это просто, ну, взрыв, переворот, это, в принципе, те знания, которые мы и так знаем. Да, книжечки-то умные читаем, но мы не применяем все это дело на практике, а это и есть большая ошибка. То, что, в принципе-то, мы все знаем, но знать мало, нужно делать, нужно применять. Да? То есть у нас будет финансовая грамотность. У нас также будет еще курс авторский наших учредителей «Грядки», кто их не знает, да, от Юлии Якимовой и Милюши Авхадеевой. По тому, да, по личностному росту, по личностному развитию, потому чтобы наше денежное мышление развивалось, не только денежное, и во всех разных сферах. То есть 10 сфер нашей жизни будет там затронуто. Очень много наслышано про этот курс, жду, когда он появится у нас на платформе, и с радостью его приобрету. Помимо этого, у нас это финансовые продукты, которые есть у нас на данный момент. ОСАГО, и Тинькофф Инвестиции. Кстати, ребят, по Тинькофф Инвестициям уже сейчас вы можете повысить свою финансовую грамотность, открыть через платформу Тинькофф Инвестиции и пройти обучение. Сейчас до 31 марта у них там акция. Пройти обучение, и за уроки вам будут давать акции в подарок. Выполнив определенные условия, если какие надо, я вам, конечно же, все расскажу и покажу. Вы видите денежки реальные за эти акции. Потом, пожалуйста, либо тратите, как нефинансово грамотный человек, либо заново их инвестируете в Тинькофф Инвестиции, они будут ваши денежки расти и приумножаться. Например, мне за 10 уроков начислили 1500 рублей, у меня одному моему партнеру уже он 3500 вывел, одна девушка около 5000 рублей, то есть будет зависеть, ну, как вам повезет, до 20, по-моему, 5000 они заявляют, что вы можете получить акции бесплатно. Ребят, это вот такая вот возможность, она на самом деле ограничена. Поэтому, если у вас еще нету сервиса Тинькофф Инвестиций, то, пожалуйста, поторопитесь и пройдите уроки, очень обалденные. Кстати, если даже вы уже раньше скачивали Тинькофф Инвестиции и без проекта, да, без нашего сообщества открывали себе эту возможность, как я, например, да, я в мае месяце открыла Тинькофф Инвестиции, ну и потом благополучно его закрыла. Я вот сейчас зашла, и это обучение, эта возможность, она у меня сохранилась. То есть уроки я прошла, денежки вывела. Вот, как-то так. А кто у нас живет в области, где покрывается Тинькофф Мобайл, очень классная эта связь. Девчонки у нас, мальчишки пользуются ей, переходят и тоже получают вознаграждение, рекомендуют, получают вознаграждение сети. То есть направление, ребят, очень огромное количество. Отбеливание кредитной истории. Да, у кого есть проблемы с кредитной историей, ребят, это просто для вас спасение. Кстати, наша карточка «Лови кэшбэк», она еще решает вопросы с тем, у кого плохая кредитная история. Тем самым, когда вы производите определенные транзакции, вы тратите деньги, да, пополняете, тратите, банк видит,
да, что вы хороший платежеспособный партнер, клиент, и он начинает вам предлагать определенные плюшки. Он вам начинает предлагать кредитные карты, либо еще какие-то другие предложения. И тем самым у вас тоже кредитная история улучшается. Еще хочу забежать немножечко вперед. Наши учредители, они заключают скоро, да, буквально в будущем заключат договор еще с несколькими банками. И вот в вашем приложении, которое там фоном будут появляться предложения от разных банков, и если вы будете оформлять эти карты через приложение «Лови кэшбэк», то вам с этих же транзакций, и если ваши партнеры будут оформлять эти карты, тоже будет идти кэшбэк. До этого, когда мы рекомендовали оформить карточку через платформу «Игра», мы единоразово просто получали за него вот эту комиссию, и все, больше мы не получали. Сейчас же мы будем получать за любую его транзакцию через эту виртуальную карту. Но это обалдеть, ребят, как круто! К тому же еще у нас появляются бизнес-возможности. Еще одно из классных направлений – это VIP-статус. У меня он тоже появился, этот VIP-статус. Я сразу его проглядела, увидела и сделала себе такую возможность. VIP-статус – это партнер, который может подключать бизнес на платформу «Игра». Что, какие преимущества у бизнеса, да? Например, у вас есть какая-нибудь, ну, не знаю, магазин, либо кафе, и к вам ходят клиенты. И чтобы именно клиент выбрал ваше кафе среди других, кафе, которое, в принципе, ему тоже нравится, вы ему говорите, ты можешь оформить себе карту лояльности, скачав приложение «Лови кэшбэк», тебе с покупок, если ты будешь ходить ко мне там, да, в этот магазин, либо кафе, либо там, я не знаю, что там еще, тебе будет скидка там, я не знаю, сколько он там, 3, 5, либо 10% даст постоянно, да, и если ты будешь покупать у партнеров, которые также есть в этом приложении, да, он будет видеть, в каких магазинах будут повышенные кэшбэки, и тогда ты будешь повышенный кэшбэк сразу денежками реальными получать себе на карточку. То есть это выгода для клиентов. А бизнесу со всех транзакций, которые будет делать вот этот вот клиент, со всех его транзакций по партнерам и не только партнерам, будет ему идти там копеечка к копеечке в тоже там в его счет. И помимо этого, конечно же, если вы подключите этот бизнес, вам тоже будет идти с этого бизнеса, ребят, копеечка, копеечки, и будут набегать там по маркетинг-плану, уже все посчитали, огромные просто деньжища, которые у многих на самом деле не укладываются в голове. И если вы пока там, да, что-то не можете, не знаете, как, нет знакомых предпринимателей, в принципе, как у меня, да, то что я делаю? Да, я вижу на перспективу, и в моей команде уже 5 бизнес-мест открыли VIP. Они готовы идти к бизнесу, они готовы им рассказывать о приложении «Лови кэшбэк», о том, что они могут получать со всех транзакций своих клиентов, которые по их ссылочке, да, по их QR-коду оформят приложение «Лови кэшбэк», они будут получать эти кэшбэки возврат. Это просто, ребят, бомба. И вы, конечно же, с этих бизнесов и бизнесов ваших партнеров со всех-всех-всех будете получать тоже кэшбэк. В принципе, это пассивный, обалденно какой доход. То есть я такую возможность не упустила. И если, да, вы, например, не хотите просто работать сетью, вы не хотите быть там сетевиками работать, там, либо еще что-то, открытие бизнес-возможностей для вас это прям, ну, то, что вы хотели, то, что вы просили. Просто многие партнеры именно мне так и говорят: Маша, я вот не хотела, да, работать сетью, я не хочу с этим заморачиваться. Я мечтала и хотела работать с бизнесами, с теми людьми, кто решают, да, какие-то принимают решения, которые, ну, у них мышление совсем другое, да. Не просто там мамочку в декрете уговорить, пошли там миллионы будем в сетевом зарабатывать, да, без лидерского мышления и денежной прокачки, это просто, ну, очень долго придется до нее достукиваться, да, либо ты пришел к предпринимателю, рассказал ему обалденно классном приложении «Лови кэшбэк», он, естественно, у него там циферки заиграли, да, там доллары, как вот у Скрудж Макдака в глазах там, да, и он понял, блин, круто,
И он начинает оформлять, платит за это, конечно же, за подключение денежек. У него будет там и бесплатный пуш-уведомление, кстати, это одна из больших плюшек. Это у них будет... Вот это пуш-уведомление может отправлять не только своим клиентам, но и клиентам, те, которые будут вот в этом приложении уже клиентами других учреждений. Ой, ребят, это такие на самом деле возможности. Поэтому, если у кого какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, вы обращаетесь, вы спрашиваете. Сейчас у нас мир интернета, мир просто... Он не прежний, да, у нас 21 век, все сейчас делается через интернет. Через интернет мы можем, ну, не знаю, я уже просто 6 лет в интернете работаю, я всегда говорю, я в интернете работаю, я в интернете делаю заказы, я как бы получаю зарплату на банковскую карту, либо на банковский расчетный счет, я плачу налоги, не выходя из дома, и, в принципе, делать покупки, которые там, те же продукты я могу заказывать, тоже не выходя из дома. Это наши, ребята, сейчас на данный момент реальность. И кто сейчас разберется, как бы кто хочет именно войти в этот бизнес и оказаться у истоков первыми, ну, ребят, вы будете скоро ну, просто миллионерами. И это уже просчитано на минимальных цифрах. И это так и будет. Вот. Ну, а кто-то может засомневаться, сказать, пройти мимо, либо еще что-то. Это тоже ваше право, пожалуйста. Вот, если у вас, ребята, есть какие-то вопросы, сейчас у нас, да, 12 человечков сидит. Сейчас посмотрю, кто мои партнеры тоже зашли. Всех очень рады видеть, ребят. Сейчас у нас просто был взрыв. Взрыв такой у нас был плодотворный понедельник, на самом деле. У нас было 2 часа планерка с учредителями. Они отвечали на наши вопросы. Они нам рассказывали про еще раз цифры, маркетинг план расписывали. Дальше у нас был запуск промо. Еще 2 часа. И не смогла, да, сдержать эмоции. Вышла к вам в эфир и тоже не могу молчать, рассказать о такой мега крутой возможности. Да, да, я постараюсь сохранить Zoom, надеюсь, все хорошо будет. Ну все, ребят, спасибо, хотела очень быстренько рассказать, поделиться. Всем отличного дня и классного настроения, больших чеков.